Я рада приветствовать вас на моем канале. Вы на канале Вкуснейшем с Ланой Лановой. И сегодня в видео хочу вам показать, как я замораживаю зеленый лук на зиму. В основном зеленый лук я замораживаю для того, чтобы не добавлять в зимнее время в салаты, в пироги и в первые блюда. Прежде чем приступить к заморозке, лук необходимо тщательно промыть под проточной водой, и обязательное условие – его нужно высушить хорошо от влаги. Ну вот, лук у меня просох, весь он сухой, без влаги. И теперь я возьму острый нож и начинаю нарезать лук. Итак, лучок я уже порезала. Замораживать и хранить я буду вот в такой емкости. Объем этой емкости 1,6 литра. Сейчас мы будем пересыпать сюда нарезанный лучок. Пересыпала я лук в емкость. Посмотрите, какая кучка лука у меня получилась. Многие при заморозке используют пластиковые бутылки, либо пакеты. Я всегда использую пластиковые контейнеры. Для меня это более удобно. Старайтесь наполнять аккуратно, так, чтобы лук у вас не давился. Вот. И, соответственно, слишком плотно не набивайте. Вот как он входит, вот сколько он помещается, столько и помещается. Ну вот, лук готов к заморозке. Сейчас я накрываю контейнер плотно крышкой. Закрыли. Теперь надавливаю на крышку, чтобы выдавить лишний воздух. Закрываю плотно. И наш лучок готов для того, чтобы поместить его в морозильную камеру для хранения. Такой способ заморозки сохраняет все витамины и запах лета. И сейчас я вам хочу показать в конце своего видео, как я заморозила укроп. Видео о том, как я замораживаю укроп, я оставлю в инфобоксе под моим видео. Заходите и смотрите. Укроп я замораживала тоже в пластиковом контейнере. Сейчас я его открою вам. И посмотрите, какой красивый, очень ароматный зеленый укропчик у меня получился при заморозке. Укроп легко берется ложкой, и при желании вы можете взять столько, сколько вам необходимо, и добавить либо в первое блюдо, либо во второе блюдо. Так что используйте такой способ заморозки. И кому понравилось мое видео, ставьте пальчики кверху, подписывайтесь на канал, не забывайте заходить в мои группы и, конечно же, оставлять комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч!